любимой песни, которая называется «Мурка». А, гоп-стоп. Шутка от Ланы. Когда на сердце тяжесть и холод. А нельзя сыграть? Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба забытые в веках Атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мется стороны. Напряженные их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важнее иных работ. Без них ослабнет кто-то, и небо упадет. Без них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачу вдовы, бабы горят поля. Станет гриб лиловый и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гула ракетных кораблей. Дрожит оно от гула ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставленные когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Все. Итак, это победитель «Голос Дети 28» Денис Урал! Молодец, классная песня. Я еще вот представил, чтобы от эту песню такой бы звук сделать. Ох, ладно. Молодец, поаплодируем еще раз Денису. Очень классно.